Значит, дело в том, что тут в новом After Effects, я уже теперь новую запущу, другую, потому что в новом After Effects там кое-какие изменения произошли, и вы запутаетесь. Но делать нечего, придется и новую использовать, потому что старый, видите, падла виснет. Вот, значит, давайте еще раз продублируем, да? То есть у нас с вами есть видео Ивана Алексеевича. Так, ой, пардон, не туда залез. Вот сюда. У нас сегодня 9 марта. Вот видео. Так, вот оно у нас. Вот у нас Иван Алексеевич. Так, значит, сюда мы его. Так, вот он вылезает. И, значит, давайте повторю еще раз, чтобы у нас записалось. То есть, дело в том, что кейнг, тема у нашего занятия сегодняшней будет вот кейнг. И для того, чтобы Ивана Алексеевича нам тут вырезать, мы воспользуемся эффектами кейнга, из группы кейнг. Вот выбираем эффект. Вот здесь кейнг. Их здесь достаточно много. И вот я чего рекомендую вам почитать про них. В хелпах, это вот здесь help, After Effects, help, нажимаем сюда, здесь выбираем user guide, вот, здесь вниз проматываем, находим эффекты и анимации присест, пресет с, вот так правильно, вот, эффект лист, и здесь где эффект лист, находим, кстати, можете пора всякие эффекты здесь почитать, здесь в принципе достаточно интересно, так вот, keying, и вот у нас здесь keying, мы заходим, и видим радостно все вот это на английском языке. Вот. Для того, чтобы перевести, да, правой кнопочкой нажимаем и перевести на русский нажимаем. Вот, вот она переводится по-русски. Можно тут почитать. Тут вот введение вообще в кейнг опять тоже можно переводить. Вот. И почитайте здесь достаточно полезные штуки. Вообще, что такое этот кейнг, как он там режется, для чего, куда. Тема достаточно большая, и как бы я не смогу вам ее быстренько за сегодня объяснить. Только именно вот прям техническим, просто с вами Ивана Алексеевича будем резать. Вот, добавим эффект кейнг. Значит, есть, как бы повторюсь, опять-таки, есть серьезный, хороший вот кейлайт. Вот, но он достаточно такой большой, серьезный, тут нужно много там теоретических знаний, чтобы хорошо там вырезать. Он очень тонкий вещь, там волосы, полупрозрачные ткани там вырезает. В нашей ситуации сейчас это нам не нужно. Возьмем попроще инструмент. Он у нас называется тоже из группы Keying Color Range. Да? Вот он. Каким образом он работает? Тут очень просто им пользоваться. Тут у нас есть три пипеточки. Пипеточка, значит, с плюсиком и с минусом. Первая пипетка сдает, берем, она выбирает основной цвет. Вот мы нажали. У нас основной цвет вырезался. С плюсиком мы берем и добиваем, так сказать, какие тут у нас цвета еще где есть. Вот так периодически плюсик берешь и щелкаешь. Вот, собственно говоря, и все, что тут надо. Вот. И вот у нас Алексеевич тут, Иван Алексеевич, он вот он вылезает, да? Еще мы плюсиком добавляем. Вот. Вот у нас Иван Алексеевич, собственно говоря, достаточно качественно вырезался. Вот. Мы можем с вами его использовать, это видео. Ну, вот здесь еще давайте попробуем убрать. Вот. Значит, смотрите, дальше что. После того, как мы, давайте запишемся. Save S. Так. Ну вот, мы записались. Теперь смотрите, всю оставшуюся вот эту вот окружающую обстановку, которая нам мешается, она нам не нужна, мы ее сейчас отрежем очень просто масочкой. Ну, давайте пока что проверим, как у нас тут Иван Алексеевич получился. Да, отлично. Все пишут, все снимают, все снимают. Надо проконтролировать, как вот тут. Да, вот видите, вот здесь вот Иван Алексеевич у нас барахлит, но, в принципе, бог с ним.
Вот он рассказывает, видите, достаточно качественно у нас все порезалось очень просто. Ну, то, что здесь барахлит, и видно вам, да, что здесь? Алло? Видно. То есть это потому, что зеленый цвет отражается, вот, и этим простым инструментом он у нас не очень хорошо получается. Да, ну и бог с ним, в принципе, еще раз говорю, нам сейчас главное очень простой инструмент использовать, и все. Вот, вот Иван Алексеевич у нас, значит, получился. Давайте все остальное отрежем масочкой, да? Берем инструмент перышко. Значит, инструмент перышко, значит, с ним как бы нужно учиться работать, он достаточно хитрый. Смысл какой? Что если мы щелкаем, у нас получается масочка, да? Чуть плохо ее видно, она у нас какая-то розовый цвет какой-то выбрался, противный. Давайте еще раз выберемся. Да, вот она. Так вот, то есть, если щелкать, то у нас просто будет масочка, видите, идти углами. Если же мы возьмем, щелкнем и потянем, то у нас будут вырастать усы, и маска будет у нас такая, видите, гнучая. Вот, если в момент, когда мы таскаем за усы, нажать пробел, можно будет вот так вот двигать, да? Маска, еще раз напоминаю, не помню, говорил или не говорил, пока она не замкнутая, она у нас просто путь и ничего не вырезает. Если мы масочку замкнем, то она будет у нас, видите, замечательно все вырезать. Вот. Вот мы сейчас аккуратненько Ивана Алексеевича вот возьмем вот здесь где-нибудь и аккуратненько Ивана Алексеевича вот так вот и вырежем. Ну, дальше нам не надо, у нас Иван Алексеевич будет, помните, из бутылки вылазить. Значит, вот у нас, видите, проблема, что вот здесь вот у нас Иван Алексеевич вышел за зеленый фон. Ну, как бы тоже ничего страшного, сейчас мы с этим будем бодаться. Вот, вот мы замкнули круг, у нас получился, видите, такое замечательное видео. Вот, значит, смотрите. Видите, у нас Иван Алексеевич двигается, и здесь вот мы вылезли за край, да, то есть локти мы обрезали. Давайте масочку поправим. Значит, мы можем, да, напоминаю, если у нас не выбран слой, и мы начинаем рисовать маской, то у нас создается вот слой shape, это немножко не то, что нам нужно. То есть это такой, ну, другая тема, в общем, если вот она появилась, вот такой слой, вы не пугайтесь, просто удалите к черту матери, выберите слой, и, который нужен, и заново начните маску рисовать. Так вот, у нас эта маска, она, видите, есть, и мы можем маску запросто анимировать, вот если вот выбрать mask path, да, то маску сможем анимировать. Но в данном случае, я думаю, может, мы и не будем с этим заморачиваться. Действительно, даже, пожалуй, заморачиваться не будем. Мы сделаем. Тут есть у нас автоматические вырезания. Давайте попробуем сейчас с ним, если получится быстро сделать, то давайте сделаем. Так, до сих пор пока вам понятно, нет? Запомнили, как делать? Алло, вы здесь у меня? Да. То есть тупо правой кнопочкой, эффект, кейнг. И вот он у нас color range мы выбрали, вот он color range. Вот тут еще есть всякие разные улучшатели, но мы пока оставим, бог с ним. Вот предлагаю, значит, вот тут, где у нас Иван Алексеевич, собственно, вот эту композицию, мы ее сейчас переименуем. Мы переименуем сейчас вот так, обзовем k-comp. То есть именно здесь мы его вырезаем. Теперь, чтобы у нас здесь с этим кейнгом не возиться, и маска у нас есть, то есть грубую мы вырезали, мы этот кей-комп сбросим еще в одну композицию. То есть у нас получилось, мы ее обзовем, у нас не кей-комп 2, а обзовем ее
мат это, ну, неважно, так его позвали матком. Вот. И здесь мы можем попробовать уже Ивана Алексеевича начисто вырезать. Тут у нас есть такой инструмент. Вот такое вот ротоскопирование, да, это ротобраш называется. Давайте попробуем, если он у нас с вами сейчас быстро хорошо сработает, значит, он у нас, как он работает, то есть нужно взять, два раза щелкнуть по слову «кей», только смотрите, какой момент, если мы по «кей» композиции два раза щелкаем, то мы заходим внутрь этой композиции, где у нас с вами хромакей, где вот эти все эффекты, то, что мы с вами... Окей. Нам это не нужно. Нам нужно, чтобы под другое окношко зайти. Для этого вот мы на этом слое кей-комп щелкаем с альтом. То есть я альт сейчас нажал, два раза щелкаю, и у нас, видите, открылось другое окошко. То есть мы смотрим вот эту композицию как слой. Да? Вот видите, layer кей-комп вот он открылся. Еще раз покажу. То есть, если мы возьмем вот у нас основное окно композиции, если шлепнем два раза, то мы зайдем в эту композицию, зайдем, и у нас будет открыта как композиция. А если мы нажмем Alt, два раза щелкаем, то у нас, видите, другое окошечко немножко открылось. Вот в этом окошечке, собственно говоря, у нас вся красота и происходит. Мы вот можем взять Roto Brush, и тут каким образом? Рисуем вот так вот внутри Ивана Алексеевича. А вот, видите? А вот у нас получилась такая штукенция. Вот. Видно вам, да? Да. То есть у нас розовая такая линия получилась. Вот, можно ей тоже пользоваться. И, значит, теперь смотрите, как. Господи. Если мы нажмем пробел, то она у нас, видите, будет двигаться. Вот. И можно, значит, следить, как у нас она это... Ну, Иван Алексеевич руками не размахивает, у нас маска хорошо себя идет. Вот. Можно нажать фриз. Вот. Эта маска сейчас у нас с вами просчитается. Да, что-то я боюсь, что мы это делать не будем. Что-то уж больно долго у нас, наверное, будет считаться, да? Вот, то есть у нас, видите, вот оно идет просчет. Вот, то есть эта маска вот контролируется автоматическом режиме. И мы можем Ивана Алексеевича вырезать. Ну, короче, мы это дело не будем, потому что это очень такая долгая штука. Но вы, когда будете сами возиться, попробуйте в ней поработать. Да? Сейчас стоп нажмем. Вот. То есть у нас вот эта маска получилась. Но мы ее, еще раз говорю, мы ее с вами использовать не будем. Да? Вот мы ротобраш удалим. Вот. Ну, бог с ним, вот такой, как брачок, брачки эти останутся. Не буду я сейчас на них обращать внимание. Вот. Потом с ним можно вот ротобрашем повозиться. Можно, например, маску нарисовать. Вот. Так вот сделать, вот, и ее там заанимировать, вырезать. Ну, давайте сейчас я не хочу в это влезать детально. Если потом будет у нас с вами желание, мы сможем с вами две маски, это я сделал, повозиться. Я сейчас хочу дальше вам показать следующий этап. То есть, ну, именно качественное тут вырезание мы давайте пока оставим. Если надо будет, мы вырежем. Так, теперь мы берем... Вот у нас с вами видео, где Иван Алексеевич у нас из горшочка-то вылезает. Что там, ржете?
Вот, можно... Я думаю, да, два плана склеим. Прикольно же. Вот с бумажечки давайте возьмем. Такой покрупней. Вот. И, соответственно, мы его делаем новую композицию. И... Как вы помните, этот трекинг, трек, камера. Вот сейчас она у нас с вами некоторое время потречится. И потом мы сюда Ивана Алексеевича впердолим. Так, а тем временем нам нужно, наверное, еще один план нужно, где он выходит. Дело в том, что на этом плане Иван Алексеевич не может вылезать, то есть он уже должен быть готовый, целый, правильно? Че, мы еще и туплю-то. А вот у нас еще общий план. Вот, и у меня здесь будет... Где Иван Алексеевич у нас будет вылезать? Давайте его тоже забабахаем. Тоже сделаем отдельную композицию. Правой кнопочкой и... Трек, трек камера. Вот, две камеры у нас, три кирица. Ну, две минуточки придется подождать. Вот, можно пока о чем-нибудь с вами поболтать. Придумаем что-нибудь. Так, что у нас тут? А как оно считается? А вторая не считалась. И вторая не обсчиталась еще пока что. А, ну здесь уже 90%, сейчас у нас уже здесь вылезет. Ага. Вот у нас эти точечки появились. У нас Иван Алексеевич где-то здесь, где-то в районе кувшинчика должен вылезать. Поэтому мы давайте как раз-таки выберем вот эти точки, выберем. Вот, правой кнопочкой нажимаем и создать солид и камеру. Пук. Вот у нас солид получился. Проверим, как он у нас сидит. Сидит хорошо. Берем, значит, сюда мы вместо этого солида впердоливаем Иван Алексеевич. Значит, как я делаю? Да, извините. То есть я выбрал, вот прям солид выбрал. Выбрал композицию Mad Comp, нажал Alt и с Alt-ом перетаскиваю вот сюда. Вот Иван Алексеевич у нас там, видите, какой-то микроскопический вылез. Тикс. Да, помните, да, что мы с вами обязательно должны контролировать, чтобы у нас был локальный оси. Видите, по мировым мы не двигаем. Или наоборот, по мировым двигаем. Я чуть запутался. Вот. Так, посмотрим. Ясно. Иван Алексеевич, как далеко он там сидит, да? Вот. Да, нам по мировым как раз таки осям будут двигать. Вот так вот. Вот. Смотрим. Значит, у нас Иван Алексеевич сейчас он привстанет. Вот он привстал. Вот. Композиция больно короткая, нужно сделать длиннее. Я нажимаю Ctrl-K и делаю у нас, видите, что-нибудь типа минуты, что ли, какой-нибудь. Вот. То есть у нас здесь Иван Алексеевич должен, а собственно, что я минуту сделал, все равно же. У нас Иван Алексеевич должен здесь просто вылезать, да? Вот он у нас тупо вылезает. Вот мы смотрим, откуда вот отсюда. Вот. Эту позицию обрезаем. Значит, да, отсюда. Вот так. И вот у нас дрин-дрин-дрин-дрин-дрин, Иван Алексеевич вылезает. Вот тут как раз-таки и наступает небольшая проблема. Ой, слушай, а чего ж я не оставил солид-то, балбес? Я ошибся, надо было солид сделать. Ну ничего, мы сейчас его еще раз выберем. Для этого я выбираю слой, который мы тречили. Выбираю, если здесь нет, то нажимаю F3. Вот смотрите, F3 нажимаю.
появляется вот это окошко. Вот, выбираю камеру, и здесь я... Сейчас, Иван Алексеевич, вернем мы Solid сюда. Вот, он мне понадобится сейчас. И сделаем Create Solid. Вот. Значит, мы его сделаем немножко побольше. И для чего он нужен? Нам нужно будет этот Solid так, чтобы он нам закрывал вот эту часть, чтобы она была. Давайте на ней нарисуем масочку. Чик, чик, чик. Вот. Ну, теперь подправим. Значит, сделаем полупрозрачную. Я Т-буковку нажал, прозрачность opacity. Уменьшим чуток. Вот. И нарисую. Маску поправим. То есть при помощи этой маски я сейчас заградю Иван Алексеевич. То есть вот у нас она, эта маска сидит, будет сидеть на горлышке. Вот она, видите, хорошо. Не сидит на горлышке. А почему? А почему она не сидит на горлышке? А почему она не сидит на горлышке у нас с вами? Слушайте. Не сидит, елозит. А почему? Что-то я неправильно сделал. Давайте заново сделаем. А, потому что я, видите, вот эти дальние выбрал, а они там в глубине. Мне нужно, значит, получается, выбрать какие? Вот эти, наверное, да? Вот. Вот, и его нужно подвинуть. Давайте проверим, сидит он у нас на кувшинчике. Ну да, это сидит. Вот, мы его сейчас... Вот. Я извиняюсь, тут, в принципе, я много не говорю здесь, объяснять, как бы, по большому счету, нечего тут, потому что, как бы, сейчас все увидите, да? Вот, поэтому мне... сложно там что-то объяснять. Вот мы прозрачность уменьшим, чтобы было видно масочку, и рисуем еще раз. Вот, если у нас все правильно, то сейчас должна она сидеть, да, вот видите, сейчас более-менее на месте сидит. Ну, не очень качественно, но, в принципе, пойдет. Вот. Теперь смотрите. Вот, собственно говоря, почему я не хотел использовать вот этот вот новый After Effects. Потому что в нем изменилось вот что. У него появились вот такие вот ползуночки. То есть раньше было как, вот в старой версии и в вашей версии будет, нужно вот этот вот солид, который мы поставили оранжевый, нужно его поставить над тем слоем, которым будем вырезать, а именно будет это вырезать Иван Алексеевич, да? Вот так вот тут будем вырезать. Вот. И здесь просто нужно было выбрать вот из списка, из выпадающего, здесь нажимаешь, вот здесь нажимаешь, и здесь было там это, ну, TrackMate надо было выбрать. Вот. К сожалению, как вы видели, у меня тот After Effects зависает, поэтому придется вот вам в новом показывать. В новом тут немножко по-другому. Тут как бы лучше, но по-другому у вас не так будет. То есть мне нужно будет взять замоточек, протянуть к тому слою, который я хочу, чтобы он был матирующим. Да? Вот я выбрал. И теперь у нас, смотрите, видите, Иван Алексеевич, вот он виден. Мне как раз нужно наоборот, чтобы он был не так, а наоборот. Вот тут галочку вот так ставим. Вот он, видите, у нас вылез. Так как у нас этот полупрозрачный, сейчас мы сделаем. Вот видите, у нас что получилось. Вот Иван Алексеевич у нас с вами радостно вылазит. Надо же было его так запихать.
Да. Ну, оставшуюся эту часть, естественно, мы при помощи маски отрежем очень запросто, вот так вот. Ну, естественно, маску нужно сделать наоборот. То есть у маски убрать вот здесь маску и сделать инверс. Вот Иван Алексеевич у нас, видите, как замечательно в кушинчике сидит. Какая прелесть, правда? Так, и значит нам нужно теперь что добавить? Нам нужно добавить, чтобы... Ну что, так оставим? Или повыше поднимем? Иван Алексеевич, как хотите? Повыше чуток приподнять. Давайте повыше. Только маску нужно будет потом поправить. Сейчас маску выключим временно. Но не. Вот. И вас потащим вот за Y. Нет, это уже перебор. Вот так вот, да? Да, потому что вот угол возле синего кувшинчика. Получается, рука вылазила туда. Нет, мы же можем... Нет, Иван Алексеевич, вы не понимаете. Мы же можем вас сделать поменьше, вон, засунуть в кувшинчик. Нет. Вот у нас так замечательно Иван Алексеевич тут у нас, пардон, сидит, да? Вот, но тут у нас, видите, нужно, вы приседаете как бы немного, ну, мы у вас немножечко, так, ну, предлагаю маску смотрите, что, в чем проблема? Проблема в том, что у нас Иван Алексеевич приседает не очень, как бы, высоко, да, то есть, ну, видите, здесь голова видна, вот, поэтому нам нужно будет сделать так, чтобы анимировать вот этот слой. А если мы этот слой начнем анимировать, то у нас, соответственно, маска вот это будет тоже с ней ездить, да? Вот, поэтому нам это не подходит. Поэтому я маску на Иван Алексеевич на этом слое, я эту маску удалю. Она нам не нужна будет. Поэтому нам придется вот этот слой, нет, который вот, который... Слушайте, а я же не к тому слою-то его. Я думаю, что у нас проблема здесь вылазит? А я же не к тому слою Иван Алексеевич прицепил-то. Надо же вот к этому. Какой у нас? Я что-то запутался. Какой у нас правильный слой-то? Да, это как раз вот этот неправильный, вот этот правильный, да? Да, вот все правильно, вот этот правильный. Надо его к этому, вот. Вот, смотрите, то есть, ну, нам придется тогда вот этот слой с ним поработать, ну, побольше его сделать, для того, чобы у нас полностью закрывалась вот эта штука, да? Поэтому я его сейчас увеличу. Пошире сделаю и повыше. Вот, ну, маску, естественно, придется подправить. Вот, вот так вот. Вот эту маску сейчас подрисуем. Вот. И мы ее сейчас... подправим вот сюда. Так, Enter надо нажать. И теперь эту маску еще чуть-чуть вот здесь подправим. Чуток вот. Так, нам здесь усы нужны. Чтобы усы появились, нам нужно выбрать вот этот инструмент. Вот он, ус растительный. И усы мы с вами сейчас сделаем. Вот так вот. Вот. И здесь тоже чуток надо подправить. Так вот. Вот. Вот у нас получилось good. Да? Мы это делаем его прозрачность полную и выключаем. Вот он, Иван Алексеевич, у нас с вами сидит. Теперь смотрите, нам осталось сделать анимацию. То есть здесь мы где-нибудь вот здесь у нас Иван Алексеевич появляется.
выходит вот так. Вот. И здесь мы, соответственно, делаем position. Вот он сюда приехал. И здесь, так вот, где-то выпрямляется вот здесь вот. Я обшибся. Не здесь. И здесь он приседает. Соответственно, мы его... Да что ты, зараза, опять мы промахнули чуток. Ну вот. Давайте смотреть, что тут я вылез снизу. И тут выхожу из-за колонны. Значит, ну, идея ясна, да? Нужно нам с вами масочку получше нарисовать. Вот эту поправить. У нас что-то она не очень хорошая. Не очень качественная. Видите, тут, собственно говоря, такая кропотливая, собственно говоря, работа такая. Надо музыку какую-нибудь включить, не торопиться и сидеть потихонечку все это дело аккуратненько подгонять. Вот. Ну вот, собственно говоря, что у нас тут эта маска-то? Что-то она елозит, слушайте, я что-то не ту, по-моему, зацепил. По-моему, красное надо делать. Ну, да, ну бог с ним, хоть какие-то все елозят, бог с ним. Ладно, я думаю, сейчас у нас идея будет ясна, а остальное фиг с ним. Потом почище сделаем, поаккуратнее. Вот. Значит, вот у нас Алексеевич, вот он появляется. Вот у нас... Вот, ну, можно все-таки вот здесь... Вот здесь он сидит. Нам вот эта часть точно не нужна. Мы можем ее вот выбрать этот слой и его вот так вырезать. Ага, что-то многовато вырезали. Чик. Чик. Вот так. Вот у нас получилось. Давайте сохранимся. Вот, смотрим, что получается. Так, вот отсюда. Сейчас я звук у Алексеевича включу. Он тут у нас звуки какие-то говорит там, да? А, пардон, я там выключил звук вот здесь. Вот здесь я звук выключил. Давайте, Алексей, тишина. Здесь я вам не слышно, но я сейчас здесь говорю, я в этом видео я говорю. Вот здесь вот видно будет, вот он видит, вот этот кусок я сказал. Поэтому мы до этого места, собственно говоря, звук убираем. Вот видите, вот я его отрезал. Здравствуйте, детишки. Девчонки и мальчишки, расскажу вам сказку. Вот, ну, собственно говоря, вот у нас первая часть, где Иван Алексеевич у нас... Вот и появился. Здесь можно добавить какие-нибудь эффекты, какие-нибудь дымы. Ну, давайте попробуем что-нибудь показать, покажу какой-нибудь. У меня есть... Я тоже вам тогда положу. У меня скачанные есть. Сейчас соображу, где она у меня тут. Здесь. Здесь и вот здесь. Вот у меня есть несколько таких видеев. Вот. Сейчас я выберу какой-нибудь. Так, это такой не пойдет. Такой не пойдет. Такой. О! Ништяк! Такой пойдет. Давайте я его скопирую. Чтоб потом. Вы могли его использовать сюда. И вот. Вот сюда я его
Вот. И вот давайте мы его сейчас сюда встроим. Так. Нам опять нужно будет, чтобы дым там был привязан, поэтому мы делаем... можно вот это теперь сделать. И... Вот у нас дымок. Дымок, ты где там? А, я его выключу, вот он включенный. Вот. Вот у нас дымок такой, вот он, видите, висит. Можно сделать побольше. Я букву С нажимаю, scale. Вот такой какой-то дымок. Да? Вот, вот, чтобы его вырезать, этот дымок, воспользуемся ровно такой же технологией, как мы только что на Ивана Алексеевича испытали, да? Нажимаем эффект, Key, Ink и Color Range. Чпок. Вот у нас дымок вырезался. Вот. На самом деле, вот в этом случае здесь лучше это работает. Keylight. Keying. Keylight. Он почему-то прям хорошо здесь режет его. Во, видите как? Вот. И, соответственно, нам тоже нужно добавить масочку, чтобы дымок у нас с вами вылезал. Вот у нас масочка здесь уже осталась. Вот она маска. Включаем ее. В смысле, наоборот. Вот так. И подправим капельку. Дымок интересный какой-то. Мультяшный, да. Я его, где его взял сейчас? Вот этому правому глазки подрисовать. А, ну да, будет такой, да. Вот смотрите, можно, так как у нас дым все-таки, мы можем масочку сделать маленькой физер ей. Вот измените, вот у нас здесь есть физер, и она помягче будет масочка. Вот так вот. Вот, у нас дымок вот так вот вылезает. Смотрите. Давайте его еще раз сделаем. Я нажимаю Ctrl-D, это их два будет дымка. Вот, и сделаем его чуть... Второй сделаем побольше, что ли. Давайте сделаем так. Так, смотрим. Можно что сделать? Можно этот дымок второй, допустим, за Иван Алексеевич подвинуть. Берем вот так и за Иван Алексеевич подвинули. Понимаете, да? То есть я по Z-каналу просто его, по Z-каналу, по Z-оси я двигаю, и вот он за Иваном Алексеевичем спрятался. Вот. Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки. Расскажу вам. Вот, вот вы замечательная первая часть. Дайте файл, инкременты, сейв. Вот, это у нас, видите, как такой общий план был, да? Если вы помните, у нас здесь вырезался еще и в тут этот второй план, да? Здесь мы сейчас его... А что у нас здесь? Ни одного крестика, что ли, не закрестилось? Вы что? Ёлы-палы, блин. Видите, ни одного крестика здесь не закрестился у нас. Нарисовали много, а толку... Нарисовали, а толку никакого. А это далеко у нас. Там мы замучаемся выбирать. Так, и чё, где-нибудь у нас... Да, а чё это она у нас так не захотела-то, зараза? Делаться-то. Так, а давайте мы, знаете, что сделаем? Давайте мы тогда без бумажечки возьмем план. План без бумажечки. Без бумажечки и без бумажечки. Без бумажечки. А у нас они все с бумажечкой, зараза, да? Крупные-то. Ой. Что-то зря мы эту бумажечку ставили. Тут еще Иван Алексеевич у нас... Вот ошиблись мы, да, бумажка здесь и нафиг не нужна была. Вот. А план крупный без бумажечки я снять-то и позабыл. Кто-нибудь снял без бумажечки крупный план? Девчонки, мальчишки. А если увеличить?
Ну, можно тот увеличить, но это не очень хорошо. Ну, да ладно, давайте так сделаем, сейчас попробуем. Понимаете, в чем проблема, да? То есть проблема в том, что у нас с вами вот этот солид, он получился на листьях, и сейчас оно из-за параллакса будет себя плохо вести. Вот. Ну, давайте попробуем, может получится. Так, вот этот мы должны выбрать, и двигать его должны... лучше не сообразишь ты еще, как его двигать-то. Где он у нас тут болтается? Где он у нас болтается кто-нибудь? О, вон уж где он. Да. И мы должны его двигать. Не, по мировой оси, наверное, да? Да, по мировой оси должен двигать вот сюда. Понимаете, да? То есть проблема в том, что у нас здесь вот где-то кувшин. Вот здесь этот кувшин, вот здесь ваза, и он где-то у нас здесь стоит с этой вазой, и черт его знает, насколько двигать-то его. Ну, давайте подвинем чуток, посмотрим, как оно. Вот так много, наверное. Я думаю, да, два плана склеим. Прикольно же. Более-менее стоит, и ладно. Вот. Значит, мы его сюда сейчас опустим. Я вас покину. Ну, до свидания. До свидания. До свидания. Вот. Ну, собственно говоря, вот у нас эта штука, да, и мы ее опять можем заменить на вот эту композицию. Вот, таким вот образом поставить. Вот. Но видите, в принципе, не очень хорошо, потому что тут у вас видите, не хорошо, потому что на том плане мы вас сделали меньше, ну, бог с ним. Вот. Вот у нас. Вот. Ну, тут можно дальше там довозиться, понастроить. Вот. Я предлагаю сейчас на этом месте сделать, как бы, ну, паузу. Не то, что... Сейчас я запишусь, то вдруг компик зависнет, еще что-нибудь там, да? Так. Стоп. Вот. Закрыть доступ. Вот, меня должно быть видно. Вот, я предлагаю сейчас остановиться на этом месте, потому что достаточно много материала получается. Вы сами попробуйте, повозитесь со своим материалом. Вот, как у вас будет получаться. И уже как бы на следующей встрече мы с вами попробуем это дело с учетом ваших ошибок каких-то, там, просьб, пожеланий, да, потому что, в принципе, я уже чувствую, что материала, в принципе, много, достаточно. Вот, ну, ладно, тогда всем вам спасибо. Сейчас я, подождите, тут запись сейчас сохраню. Раз, два, вот я, значит, записал. Вот, ну и посмотрю, что там из этого все получилось. Вот, всего доброго, до свидания.